Нас ждут соревнования в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. Белорусы представлены практически в половине стартов. Есть виды спорта, которые для нас пока перспектива. О нюансах небелорусских дисциплин Александр Якубовский в большом проекте «Олимпийская виза». Бобслей не такой безопасный вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Боб часто переворачивается, если допустить техническую ошибку. В начале трассы команда должна максимально разогнать боб, держать за него рукой. Когда достигается максимальная скорость разгона, все спортсмены должны быстро вскочить в боб и занять в нем свои места. Скорость может достигать 160 км в час. Отсчет времени начинается с того момента, как только сани пересекут луч хронометра. Толкача и тормозящего выбирают обычно из физически сильных, мощных атлетов. В состязаниях по бобслею каждая команда совершает по 4 спуска, а побеждает та, которая затратит на это меньше времени. А вот с этой спортсменкой из Нигерии Сиуна Дигун пересекалась на соревнованиях наша Алина Талай. Нет, вы не ослышались. Дигун раньше занималась бегом с барьерами. Она чемпионка Африки и даже участвовала на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Правда, в разных забегах с Талай, и тогда Дигун не смогла преодолеть квалификацию. Теперь нигерийка снова выступит на играх четырехлетия спустя 6 лет, но уже на зимних. Это трио уже успело стать популярным во всем мире. Они постоянные героини телешоу. Впервые в истории зимних олимпиад в бобслее выступят представители африканского континента. Сиуна Дигун возглавляет экипаж, также в Пхёнчхане Нгози Анвумере и Акуома Амиога. Наша затея всем казалась сюрреализмом, но мы верили в себя и верили, что добьемся цели. Теперь у нас появилась новая мечта. Мы хотим не просто поехать на игры, но и побороться там за медали. Наши болельщики теперь обязательно приедут в Корею, ведь это первые в истории Олимпийские игры для Нигерии. Идея столь кардинально изменить вид спорта пришла девушкам 2 года назад, но тогда у них не было средств, чтобы приобрести настоящий боб. Была только идея. В итоге средства на подготовку и покупку снаряжения спортсменки нашли при помощи краудфандинга, собрав более 75 тысяч долларов. Они разместили видеоролик, на котором станцевали и спели. А затем успешно выступили в 5 квалификационных заездах в соревнованиях экипажей двоек в Юте, Уистлере и Калгари. И так добрались до Пхёнчхана. Войдет в историю еще одна представительница Нигерии, Семиделе Адеагбо, до сих пор не может поверить, что отобралась на Олимпиаду в скелетоне. Прыжки на лыжах с трамплина – один из тех видов, который также может шокировать обычного телезрителя. Спортсмены набирают скорость около 100 км в час, а после отрыва находятся в воздухе на высоте от 5 до 8 метров. Одно неверное движение, и борьба за медали может превратиться в борьбу за жизнь. Это падение австрийца Томаса Моргенштерна. Он двукратный победитель игр в Турине и олимпийский чемпион Ванкувера. Инцидент случился в январе 2014 года во время тренировочного прыжка. Врачи диагностировали у атлета тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб легких. Моргенштерн в итоге пришел в себя, но объявил о завершении карьеры. Во фристайле белорусы выступят в лыжной акробатике, но в других дисциплинах нет. Так, главный тренер нашей титулованной команды рассказывает, что когда-то у нас в стране пытались развивать и могул. У нас могул был, но мы в основном питались приезжими спортсменами. Но это надо рассчитывать на свои силы и где мы можем создать всю подготовку. Прежде всего нужны специалисты, нужны энтузиасты, люди, которые действительно своей энергией, своим энтузиазмом могут восполнить недостатки в тех или иных специфических средствах подготовки. А пока белорусы поучаствуют в борьбе за 2 комплекта наград из 10. Могулский кросс, слоупстайл и хайфпайп пройдут без нас. А этот турнир не должен оставлять равнодушными домохозяек. В
боулинг уже давно играют и женщины, и мужчины, а на Олимпиаде в Пхёнчхане впервые в истории будет разыграно 3 комплекта медалей, также среди смешанных пар. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, пропускают игры по непонятным причинам. Международный олимпийский комитет не направил приглашение Букину. Одна Степанова, понятно, выступить за двоих не сможет. Никаких объяснений, ничего нет, вот. Хочется, конечно, узнать, по каким причинам и под какой из 17 критериев мы попадаем, вот, с Ксюшей Столбовой. Интересно это узнать. Это была бы для нас первая Олимпиада. Вот, мы ее воспринимали как опыт, как праздник. К слову, Иван Букин никогда не имел отношения к допинговым скандалам или нарушениям. Оправданные арбитражным судом спортсмены из России также получили приглашение на игры не все. 13 чистых атлетов и 2 тренера МОК отказался приглашать в Пхёнчхан. Теперь россияне собираются обращаться в выездную панель арбитражного суда, которая действует на месте проведения соревнований. В Корее. Она рассматривает дела в течение 1-2 дней. Столько времени пока есть. Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.